Значит, хочу сказать, давай мы тебя, наверное, после среды, наверное, уже потом, или после Нового года, будешь общаться с рыгами. Вообще, что они тут? Нет, так с рыгами надо общаться, что они думают, а что они думают? Какие их? Не, подожди секундочку. Они могут думать только после того, как мы хотя бы какие-то симптомы дадим для того, что мы готовы на переговоры. Давай, если мы им сказали, что все нехер о чем-то договариваться, то что они могут думать? Не, им надо, блядь, сказать, блядь, что если вы собрались с кем-то договариваться, надо так сказать, если у вас будет стоять выбор, договариваться с Укропом, с Колей или с Юлей... Да, блядь, с Колей ничего, никто ни о чем договариваться не может. Нет, если вы, блядь, собираетесь договариваться с Колесником или с Молобом, то вам рекомендую договариваться. Да с Колей договариваться никто ни о чем не будет. Да о чем с ним договариваться? Ну, он... Ничего, ну, о чем? Ну, блядь, как тогда им подать сигнал? Ну, мне без проблем, я поеду, скажу, только надо понимать, что мы хотим. Ну, давай скажем, что пускай они предложат, что и свое видение, как они представляют. Только не то, что как Ярик рассказывал, что надо чуть ли не на сцену выйти и сказать, что я не прав. Да. Ну, короче, я им сказал 500 000. Они сказали, это дохера. 1250, еще мы готовы. Я говорю, 250 тысяч мало. По-любому 500 000. Ну, говорит, будем смотреть. Я говорю, какие решения не я принимаю. Я поеду к Саше. И потом... Подождем пару дней. Я им сказал, что времени у вас нету ни хера. Что это, что? Времени у вас до выходных, до понедельника. В понедельник уже будет поздно. Поедет. Я думаю, что сегодня-завтра уже они решат для себя, сколько сегодня будет стоить. Скажет, да? Да. Ну, я ему больше ничего, я ему сказал, что больше ничего нет, от никаких. Это деньги только за то, что ты не выдвигайся, не баллотируйся. Как же там что, пытался он, попробовал разговаривать, бесполезно. Ну, смысл, о чем сейчас с ними говорить. Я все равно так для себя вот я ездил и думаю, а нахрена тебя садовой тогда вызывал? Ну. Чтобы я для себя подумал, определился. Не, так ты для себя и так. Не, він-то не знає, ну що ти для себе. Це мильня. Ну якби для того про этот, щоб така ситуація є, що я потім не починав розказувати, блядь, що це за хуйня. Ну то, блядь, така ж там ситуація така в Ніколаї, звичайно. А що в Ніколаї? Ну що Саня не може, блядь, секретаря до всіх збрати. Ні, так це ситуація обична. Та ситуація вся в тому, що, ну, як би, щоб і що йому треба, блядь, йти на зговор, блядь, з Сокольником. Нічого не може зробити. Депутати 50-50, блядь, видвигають условия, блядь, свої, починають пресувати. Ну, а пресувати депутатів ніхто не хоче, ні, його, да? Його починають пресувати, що ніхера він не може зробити, не бюджет, блядь, не спілком затвердить. Ну, короче, піздець. Да, так ти забув, що ситуація в Кривому Розі буде совершенно другая. Во-первых, тому що бюджет уже утвержден. Впереди полгода, как минимум, до зимы, ничего там страшного нет. Депутаты уже, ну, большинство из депутатов, большинства, начнет сдаваться в плен пачками, если поменяется мэр. Не, вообще, ну, я говорю, что... Но вопрос... Ну, нелегко. Нелегко, это понятно. Но Николай у нас не гребет абсолютно. Не, ну, да, вообще, так, мы сидели, разговаривали, как бы, это... Просто я не понял,
ну, с чего ты взял, что если бы ты сразу сказал им, что я не хочу по любым причинам баллотироваться... Не, я такое не скажу никогда в жизни. Что это, блядь, за приехал для человека, сказал, я по любым причинам не хочу баллотироваться? Нет, а при чем? Я говорю, что если бы ты ему сказал, что у тебя нету денег, если ты, ну... Так я так и сказал, что если, блядь, не, если вы меня не этот, я не пойду. Мне кажут, даже если тебя немає, ты пойдешь, блядь, мы ничего тебе не... Ну... Не будет тебе собак спускать. Типа нема, блядь, типа нема денег, нехуй идти. Просто смотри, я к чему тебе хочу сказать. У регионалов ты деньги возьмешь, и все, у тебя назад дороги нету. Не, ну а какая разница? Ты то же самое мог ему сказать не, подожди, два дня назад. Я хочу остаться, блядь, все-таки в политическом силе самопомощи, видим, так что, блядь, завтра меня спишут, блядь. Так а с чего ты взял, что тебя завтра списали? Не, ну так, блядь, когда прийти так заявить, то это, блядь, тоже не... Надо, блядь, мягко съехать, а не, блядь, просто в тупу, блядь, прийти и зарядить. Да нет, а при чем в тупу? Мы с тобой говорили, что ты пробьешь почву, прозондируешь. Что... Так как я прозондировал, если, блядь, мне не прозондировал почву, он мне, блядь, рассказывает, блядь, ты должен идти, невзирая, есть гуще, чи нема. Я к тому, что тебе по-любому надо с ними работать, правильно? Ну, так как так работать, если этот быковать друг перед другом, кто важнее и в каком городе? Поеду, блядь, поговорю с ними. Буду в Киеве, блядь, все ясно. Ну, что ты там, блядь, ты каждый до воскресенья? Да я думаю, завтра, послезавтра они все это. Я им сказал, что вы определяетесь, я довожу переговоры до того, когда вы определитесь уже по сумме, потом я вас свожу, и вы сами между собой берете, передаете, что там этот. Ну, уговоров больше никаких нет, что ты не должен там. Он пытался что-то, что о сотрудничестве. Какое нахер сотрудничество? О чем? Сотрудничество. Ага, какое сотрудничество? Что ты даже херню в голову не берешь, чтобы тебя потом свои порвали. Нет, конечно. Ты нахер вам не ехал. Ты же понимаешь, значит, если мы сотрудничаем, ты поставил себе свой политический крест. Да. Ну, короче, все тогда. Нет, это надо смотреть уже потом, когда они определятся, кто будет так кандидатом. Так выборы, может быть, блядь, примерно, как и выборы мэра, блядь, весной, блядь. Ну, хорошо, это было бы вообще хорошо. Поэтому... Ну, сейчас об этом думать еще, по-моему, это рано. Я тебе честно тебе скажу. Ты знаешь, что, блядь, вероятность выборов, блядь, перевыборов в Верховную Раду больше, чем выборы мэра? Не, выборы мэра по-любому будут. Сами. Да регионал, Юра, если они готовы тебе уже дать деньги, вопрос не в том, сколько, но они готовы тебе дать деньги. Если бы они сомневались в том, что будут выборы, они бы вообще не вели с тобой никаких переговоров. Ну, блядь, ну что значит думаешь? Ну, если я им сказал, что нехер мне звонить, мы воюем. Потом херяк, я нарисовываю и говорю, что давайте... Мы будем разговаривать, что этот. И они ведут переговоры, ну, там нет, ты что. Нахрен им вообще было разговаривать. Смысл какой? Для чего? Оттягивать время? Зачем смысл оттягивать время? Они бы сказали, давайте подумаем, давайте подождем, ты пока есть подпишут. Они бизнесмены поторгуются, значит. Да понятно, что они поторгуются. Ну, короче, в принципе, все.